Чао, народ, с вами Тимофей и Дима. Поздоровайся. Всем привет. Знаете, что Дима нашел? Дима нашел походу логово Вардена. Сейчас мы туда отправимся. Но для начала, видите, какой он зачарованный весь? Мне тоже нужно зачаровать себе грудак. Ну, короче, ладно, давай без зачарки пока что пойдем. Думаю, эта серия будет полностью посвящена именно с Варденом. Сейчас мы, короче, будем спать, и потом будет лютый переход. Все, друзья, мы уже тут. И тут у меня сразу в глазах потемнело. Я не знаю, как его это достать. Но он же к нам наверх не залезет, правильно? Не должен. Но это не точно. Есть. ШП-2. Вот этот скалк-сенсор. Пластинка. Отлично. Первый сундук заутали. Посмотри, там какой-то портал. Да. Что это? Открывай. Что? Книга на проворство. Осколок эха. Скалк. Дай посмотреть, подожди. Осколок пластинки, скалк. Дай посмотреть. Вот эти оставлю. И осколок пластинки. Все, забираем. Все. Тихо. А, нет. Сундук, Дима. Тягун 3 и шелковое касание. Шелковое касание, отлично. Ой, хорошо. Тягун 2, шелковое, то есть. Шелковое касание вообще классно. Осколок пластинки, у меня уже 4 штуки. Five minutes later. Господи! Я тебя съем. Ой! Тихо, это нормально, это нормально. Как мне к нему забраться? Боксом. Да ё-моё. Он обратно побежал. Нет, он стоит. Где? Тихо. Идём. Я вижу сундук. Дим. Я открываю сундук. А, он... Damn! Мотыга, эффективность. Какая, мазан? Да. Полезно. Ага, конечно. А ты где? Там, короче... Бирка. Что за блок? А он даже не выпал. Все, ребята, сейчас мы будем домой уже уходить. Встретимся уже дома. Ребят, смотрите, я в лестнице. Пока мы тут расставляли, чтобы вам все показать, у нас скрипер решил нам подорвать все. Я так не накоплю 30-й левел с такими подставами. Теперь смотрим. Зельки, которые мы добыли. Все регенерация, абсолютно все. Что тут делает это? Еще добыли шелковое касание, добыча 3. Заговор огня, подводная ходьба, проворство, проворство 2. Бич членистоногих, тягун, проворство 1, проворство 1 и везучий рыбак. Добыли пластинки, еще много пластинок. Ну и еще добыли мотыгу на эффективность 4. Железные поножи на починку. И вот эти поножи тоже на защиту и прочность. Угу. В общем, такая у нас серия, ребята, получилась. Надеюсь, вам она понравилась. Иди сюда, Димон. А, давай на фоне этого. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Она была много всяких эпичностей. Всякой много страшилок там было. Нас убивал этот, как его там, локатор, или как его там зовут.
Мы от него прятались в стенках, он руки в стенки сувал и бил меня. Мы друг друга, короче, спасали. В общем, серия была очень веселая. Это капец. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.